Вот меня. Сейчас я вам покажу, как воруются страхи страшных привидений. Сейчас день молодежи. Короче, вот где я нахожусь. Сейчас мы идем. Но на никто не... А, нет. А чтобы это все было, не надо ее заколдовать или что-то сделать. Я видел какую-то штуку, там еще давно чувак заклинул там. Какая-то дилка была в этой каком-то бетоном. Или что-то, не знаю. Это как... Там просто провода. Сейчас идем. Вот этот каруселька. Вот механизм. Не знаю, зачем этот механизм. Это что, реально? Это что такое? Это лезвие. А чтоб мы... Вот. Это, короче, черепаха. Какая меня большая черепаха. Ой. Вот. Короче, это лезвие. Я знаю. Пошли теперь. Я хочу здесь прокатиться. Я бы просто... Не, не надо. Пошли. Пошли. Пошли опять к ней. Вернемся. Давай опять к ней вернемся. Что? Опять вы еще вернемся к этой бабке. Нет. А, ты будешь внимательно? Да. Мы туда! Короче! Не хочу вам ничего. Если ее там не будет, ну ты ее на камере не увидишь. А вот теперь так врать нехорошо. Значит, то что она спит. Либо свой видео. Из чего? А? Из чего? Из этой штуки? Да. Давай. Включай фонарик. Ставь. Это? Ближе прям. Нет. Сама. Это чудище тупое. Выходи. Я боюсь, ты мужчина, давай. Да не надо. Не надо ставить. Не, нихуя не видно. Если ее нету, тогда могу представить, что это было все вранье. Но кто знает, пишите в комментарии, кто тут, кто там был. Найду? Да. А вот все вам расскажем потом. Пишите комментарии. Скоро будет эту. Ну, хочу вам сейчас сделать. Вот этот, вот эта пушка пока неизвестна. Сделаем ее потом. Всем пока.